Здравствуйте. Добрый день. Мне было назначено диджей для «Ночные хроники». Очень приятно. Подождите, пожалуйста, вас пригласят. Хорошо. Может быть, кофе? Да нет, спасибо. А хотя давайте. Не надо. Правильно говоря, петь ты не умеешь. Чего? Я петь не умею? Может, в школе ты там делала? Там бусинка участвовала. Нет, нет, попозже. Нет, раньше не смогу. Ну ладно, все, давай. Я отойду, хорошо? Да, конечно. Поехал, а? Они бы у меня там поприкалывались. Ну все, не парься, да. Рой Джонс тоже проиграл, а? Ну и че? Ну че ты, ёпта, в другие не сунулся? В Москве этих студий хоть жопы жри. Нашел бы нормальную. Да какую нормальную? Там все такие. Слушайте, да ну ее, эту Москву. Говно город. У нас лучше. Давай! После короткого перерыва в клубе «Орбита» король звука, диджей. Здорово! Здорово! Ну что? Готов!
Маш, хватит, а? Все, заканчиваем. Что ты злой-то такой приехал? Из Москвы, да? Да при чем тут Москва? День, ну забей. Ну, нарвался на какого-то придурка. Ты у меня гений. Самый лучший. И сам об этом прекрасно знаешь. У тебя даже фанатки завелись. Маш, ну, начинаю. Слушай, а как у нас женщина с усами поживает? Не было у нее усов. Были, она их брила. Не надо было рассказывать. Как она говорила? Интересно так. Сделай мне ребенка, держи. Сделай мне ребенка. Держи, сделай мне ребенка. Сделай мне ребенка, держи. Месяца не платил. У меня другие желающие на эту квартиру. Даю еще 2 дня, и все. Слушай, давай я у отца денег возьму. Так что? Ну, я тоже здесь живу. Так, богатая девочка, я занимаюсь этим вопросом. Дай денег, круто, а? Ну, на пару недель, по-братски. Я удавлю. Я на лет уже знаешь. Ищи. Помогите! Я слышал, тут кому-то деньги нужны. Очень нужны. Ну что, может, возьмем? Говно вопрос. Берем. А мне можно узнать, куда меня берем? Тут есть одна тема. По косарю нарыло. Баксов. Ого. А что это за тема? Нормальная тема. Че, кто-нибудь скажет, куда мы едем? Татуху себе набью. Рой, а под ним поезд чемпионский. А на жопе Тарвера выбью. Ну ладно, нагнали жути, говорите уже, ну. Сейчас, сейчас. Вот он, красавчик, тормози. Дайк на колесах. Ты ж Мишки Арарата. И чё? Он чё кто? Мне тоже никто. Так, стоп. Дэм,
Мы по-любому ее возьмем. С тобой или без тебя по-любому. Тогда без меня. Дэн, так нормальные пацаны не делают. Да пошел ты. Да ладно, вдвоем сделаем. Где? Они только приехали. Что я тебе сделаю? Ну, сейчас, 5 минут, погрузим и все. Хорошо. Сейчас, подожди. Ну как ты тянешь ее? Всю бочину обдерешь. Царапину найду, за покраску будешь платить. Давай быстрее, тороплю. Давай, быстрее. Алло, да. Да ну прислали 2 уродов, машину прицепить не могут. Работай давай. И что вы делали без дяди Дениса? А кувалду зачем? Нет, Дэн, это было очень грамотно. Внукам расскажу. Да вы чё? Пуля! Вы охренели, что ли? Чё, совсем рехнулись? Уроды. Есть даблы! Кислота, Дэн. Я присел, как тарарат тыкал. Так вы знали, что ли? Да это подстава! Это реальная подстава! Так не делается! Знаешь, сколько стоит? Это вы уроды! 2 придурка! А у меня нет богатой тёлки. Я не хочу всю жизнь, как батя, водилой на мусорке. Тебе нужны были бабки? На, бери их. Дэн, ну хочешь, мы поставим машину на место? Перед Мишей извинимся. Этого хочешь? Enjoy, ёпты! Расслабься. Там молчун такой, психолог. Ну да, 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 да. Она говорит, что вроде там такая типа свободная любовь. Ксюша. Да, ну что она сказала? Ничего. Да ты знаешь все. Да нет. Нет, там на самом деле вообще нет этого. Нет, не может быть. Конечно. Что? А, да ты что? Да ты что? А я не знаю, знаешь, вообще вот это всего я не понимаю. Ну,
кажется, все задумали уже сейчас. Да на самом деле, да. Ну, не, ну понимаешь, последний этап уже. Ну, Юлька другой человек. Ну а что? Нет, не говорила. Эй, сюда нельзя, давай иди погуляй, погоди. Дэн, и ты что ли? Я думал, ты не торгуешь. Да ты правильно думал. Спиди, я за полцены отдаю сразу все. Языком не трепать. Берешь, нет? До гаражи завтра подгребай. Часам к трем. Говно вопрос. Бате дрель куплю. Че? Дрель немецкую. У нас магазин напротив. Она там на витрине. Он каждый раз с работы идет, ходит, смотрит, как пацан. А тут придет в магазин, а ее нет. Расстроюсь. Придет домой, а она там его ждет. А? Он нет. Ноги! Руки вверх. Крот, колеса не мои. Колеса Вернера. Какого Вернера? Чё ты мне лепишь? Всё, пошли. Пошли. Крот, пошли отсюда. Всё, валим. Валим. Чё, пересрали? Думали, сквозанул, крот? Где взял? Чувак из Краснодара привез. Помахались, как дома побывал. Мы когда так последний раз? На выпускном. Точно. С этими из пятого микрорайона. Слушай, а что он там про Вернера сказал, а? Да нихера он про Вернера не сказал. На тюрьме Вернера ему такое светит. Лет на 7 загремит. Ты что сделал? Да это уже давно надо было сделать. Не видишь, что уже началось? Все. Тема закрыта. Забыли, как страшный сон. Дэн прав. Ну нафиг такие деньги. Блять, козлы, а?
Дэн, короче, Дэн, Вернер здесь. Лежит. Теряться. Да ты говорил, он в тюрьме. Откуда я знаю, выпустили, наверное. Я в Таганроге у дядьки затихарюсь. Там затеряюсь, ты не суетись, я Булю предупредил. Короче, все, пока, пока. Тебя и дружков твоих прямо здесь закопать могу. Веришь, нет? Угу. Платить будете за надобность. Вы теперь мои. На меня работать будете. Дня через два свяжусь с вами. Пока отдыхай. Да? Ну, как-то так. Ну что, идем? Ребят, я не пойду. Он же ненормальный. Начнет толкать через нас, а потом сольет за ненадобность. Чего ты бздишь? Чего ты бздишь? Дали в морду, это входной билет, понял? Мы теперь при делах. Дахаус. Дахаус. Дэн, надо теряться. Да куда ты потеряешься? Семью тоже с собой возьмешь, умник. Раньше чем думал? Пошли. Ты один. Ты зараза, а? Все равно сделаете. Здорово. Извини, руки не подаю. Ты видишь, через три дня летать будет. Диджей? Mm? А у меня с музыкой как-то не складывается. Имел бы талант, бросил бы все к чертовой матери. Работать по клубам будешь. Только у нас в районе, в другие не суйся. Кофе, чай будешь? Нет, спасибо. Игорь, я могу прямо говорить? Да, конечно, только прямо и надо говорить. А я тоже одного бишь. О, Михаил, да, нормально. Понимаешь, тут
недоразумение вышло. В общем, мы были неправы, мы готовы заплатить. Да. И сколько ты мне можешь предложить? Ну, я не знаю. Ты назови. Денис, посмотри на меня. Я что, на лоха похож? На гопника? Чё-то мне мелочь свою суёшь. Ну, понимаешь, мы случайно в этом деле оказались. Случайно? Ты постучался. Нагло, без церемоний, в моем районе. Я тебе только двери открыл, чтобы ты правильно вошел. Отработаешь, уйдешь. Закрыли тему? Ну, это хорошо. Как-то так. Майор. Неугомонный наш. Ложись. Чего? Ложись. На землю ложись. Руки за голову и ложись. Ложись, ложись, ложись. Ложись. Во. Слушай, майор, ты уже как все домой ходишь. Че ты здесь ищешь, а? Молодость потеряна. Новенький у тебя, да? Тянется к тебе молодежь, Вернер. Человеком будь, и к тебе потянутся. Я тебе сейчас предложение сделаю. Уезжай отсюда. Прямо сейчас. Забирай все и вали. Живу я здесь. Здесь моя родина. Здесь я родился и вырос. А если я тебе не нравлюсь, сам вали. Жить ты здесь не будешь. Я тебя похороню. А ты не думаешь, Дудайтис, что ты сам во всем виноват? А на меня валишь, чтобы удобнее было? И тебя, сучонок, похороню, если за ум не возьмешься. Так и живем. Почему не танцуете? Что? Я говорю, почему не танцуете? Одна, скучаете. Либо танцевать не умеете, либо музыка не та. А вы можете что-то предложить, кроме этой мясорубки? День стучат.
Что? Отвезешь Штефеля в парус. С него 10 тонн. Что это? Сахар, блин, рафинад. Ты что, Дуркович? Ты Денис? Да. Извини, первый раз. Ну ты даешь. Я тут стучу. Уже на измене. Ну ладно, давай. Это от Вернера. Извини, чувак, месяц тяжелый, денег нет, через неделю отдам. Ну, погоди, так не делается? Слышь, а ты кто такой? Чего ты тебя раньше здесь не видел? Делается, не делается. Вернеру передай, что я у него беру, а могу напрямую, у Хаджи, дешевле. Пусть он тоже мне навстречу идет. А я тебя знаю. Ты на вертушке в орбите стоишь. Это для крыши. Типа диджей. Круто придумано. Денис! Ну и что это было? Извини, я думал, ты себя не контролируешь. А ты что ли меня контролируешь, а? Ты же тогда звонил мне, плакался, контролер. Понимаешь, нельзя, чтобы жизнь тебя продавила. Если сейчас не получается, что ж дальше будет? А я дальше не буду. Я отработаю и уйду. Сам кололся? Да нет. Ну, а чё ж ты мне рассказываешь о том, чего не знаешь? Они за один час проживают жизнь яркую, мощную. Живут от прихода до прихода. А чё им здесь? Серятина, говно, зал ожидания. Ты им жизнь продаешь. Не, не знаю, может, ты прав, конечно, но это не мое. У меня другие цели, я музыкой заниматься хочу. А ты не забыл, как мы с тобой познакомились? А? Музыкант. Просто мне тогда деньги были нужны. Ну, посмотри на себя. Ну, кто ты? Шестерка, лабух. Я музыкант. Музыкант? Да. За сотку малолеткам скутера ставишь. Да ты просто давно в клубах не был. Не, ну я не знаю, ну это словами сложно, но просто когда... Ну, это другая жизнь, понимаешь? Это...
Вот смотри, ты приходишь в клуб, да? Надеваешь наушники, видишь этих людей, которые от тебя ждут чего-то, и ты им даешь то, что они от тебя ждут. Вот этот бит, вот эту музыку, да? И вы становитесь с ним общим целым. Просто ритм один. Пульс. Ну, я не знаю, как это. Это такой кайф, адреналин. Вы уже просто готовы взлететь. Просто один организм готов взлететь, и все. Ну, я не знаю, это самому надо попробовать. Слушай, а ты страшный человек. Власть любишь, да? Да при чем-то. Будешь? Нет, спасибо. А, мне сестра дома сладкое не дает. Вот стою на улице, живу. Вот смотри. Через неделю, через две, купишь себе новое оборудование. Колонки новые, вертушки. Еще через неделю свои новые наушники повесишь на крючок пылиться. Здесь другая жизнь, другие ставки. И адреналин другой. Что другое? Нет. Забери у меня, я все сожру. Иди вон. Няньки тебя твои там ждут. Пока. Где ты ходишь? Он тебя уже полчаса ждет. Привет, Денис. Маш, наверх иди. Она знает? Ну, про ваше дело с Вернером. Не знает, да? А Вернер это... тот из автомастерской, да? Именно он. Вы с ним сегодня еще Штефу в парус отпиздили. Болтают. Зачем тебе это? Ты же талантливый парень, тебе вот надо музыкой заниматься, а не наркотой. Я не понимаю, о чем вы. Денис, я ведь к тебе просто пришел, как к человеку. А мог бы взять тебя на улице при продаже. Ну, жалко. Ты не понимаешь, куда ты влез. Неужели не хочется выйти? Как? Помоги мне, а я помогу тебе. Маленькую дверцу тебе укажу, через которую ты вылезешь. Помоги мне Вернера взять. И все. Будешь чистый, я даже забуду, как тебя зовут. От вас пахнет. Что? Вы пьяны. Если вы что-то конкретное ко мне предъявляете, а нет, уходите. Сколько же их было у него, пацанов таких? Кто в тюрьме, кто в могиле. Он даже имен их не помнит. Вот использовал и выбросил, как тряпку. Я тебе помочь хотел, Денис. Что же вы сразу-то не взяли? Если он страшный такой. Берите, он же не прячется. Может, адрес сказать? Да никому вы помочь не можете. До свидания. А что у вас с ним за работа? Какая работа? Нахрена ты его пустила сюда? Тебе кто разрешал, а? Никто, я... Что я? Что я? Чтоб никого сюда больше не пускала. Никого, поняла меня? Дениса, нет, все, до свидания. Дверь закрыла, спать легла. Ясно тебе? Слушай, Дэн, когда уже по-взрослому начнем? Нет, меня реально за пары чеков ломает ездить. Дэн! Чего ты паришься? Дэн, птица ровный пацан. Ты что, меня не знаешь? Ну, оптовик, ёпты! Не бздеть, свои. Дэн. Вернер в клубе. Игорь. Здорово. Привет. Кайка, сестра.
жена моя. Денис, король вселенной этой сети. Очень приятно. Ну чего, давай рассказывай, показывай, мы к тебе в гости пришли. Ага. Ну как, нравится у нас? Я не люблю, когда так громко. Что-что? Не люблю, когда так громко. Ну а чего пришли тогда? А вот Игорь захотел, его идея была. Танцуем? Тань, да, потанцуем. Игорь. Ну дай, давай потанцуем. Игорь, перестань. Может, правда, вы пойдете потанцуете? Я не танцую. Да ладно, все танцуют. Только не все об этом знают. Так что ты говорил, мама? Она сейчас на пенсии. А раньше в музыкальной школе работала. А отец? Такая же история. Я Тайку с 3 лет один воспитываю. Ну что, развлекай гостя. Твоя идея была пригласить. Игорь. Оно у меня замкнутое немного. Ты не можешь ее куда-нибудь пригласить? В театр, на выставку? Хорошо. Ну, это личная просьба. Хочешь, не приглашай. Да не-не-не. Да? Без проблем. Спасибо. Ну? А вообще, как жизнь? Надо что-то менять, да? Я прав? Игорь, спасибо. А что это? Денис, ты меня пугаешь своей сообразительностью. Это мой клуб. Здесь все есть. Бары, чиллаут, игровые автоматы, управляющего нет. Не возьмешься? Я? Слушай, ты явно не в форме. Да, ты! Сделай мне лучшее место в городе. Я знаю, ты можешь. Представляешь, как ты со своей музыкой здесь можешь развернуться, а? Как ты его называешь там-то? Бит под кожей, да? Какие объемы здесь можно рулить? С ментами местными договоримся, Жига все решит. Ну, будет, конечно, захаживать этот майор, безумец в погонах, всадник без головы. Ну, как без этого? Денис, как ты умело скрываешь свою радость. Игорь, я не уверен, что справлюсь. Я уверен. Посмотри на меня. Дай догадаюсь. Ты хотел иметь свой клуб. Сам решать, что хорошо, что плохо, какую музыку ставить. Ну вот тебе твой клуб. Вот, на, бери. Слушай, а майор этот, может, не можно как-то договориться? Это навряд ли. Ну что, взлетаем?
Слушай, Дэн, давай на нормально, реально, серьезно работать, по-взрослому. Быстрее отработаешь, быстрее выйдешь, Дэн. А откуда знаешь? Да все знают, как вы с пацанами улетели. Ну чего, Дэн, отличная тема, давай пробовать, по-взрослому, Дэн. Слушай, птица, не суетись. Я подумаю. И тут гаснет свет. Прожекторы такие. Тяжелый такой бит. И в свете прожекторов появляется... Рой Джонс Джуниор! Белый, блядь, шумист, семьи Рой! Он как молодой бог! За Роя! Что за праздник? Дэн! Здорово! Здорово! С работы уволился, бригадиру в рожу плюнул. С горя пьешь. Почему? Ну ты же теперь безработный. А, давай. Дэн. Извините, пожалуйста. Привет. Привет. Слушай, а он все время за тобой ходит? Ну да. Я уже привыкла. Просто Игорь меня никуда одну не пускает. Странно. Как будто свидание в тюрьме. А это свидание? Да нет, я не то хотел сказать. Я не против. Маш. Привет, Крут. А где Денис? А Денис занят. Пойдем, я тебя отведу в кабинет, там мы его подождешь. Нет, а ты можешь его позвать? Да, сейчас позову, пойдем в кабинет. Нет, ну просто... Они просто разговаривали. А я-то, дура, не могу понять, в чем дело? Маша, это сестра хозяина клуба. Что, ее послать должен? Да что, я не видела, как она на тебя пялится? Она слюнявила тебя всего глазами. Да ну что ты выдумываешь? Я там работаю, я деньги зарабатываю. Так вот как ты это место получил, да? Отработал уже? Что ты несешь? Послушай себя. Нет, так отработаешь. Скажет, переспать, ты не переспишь. Это же сестра хозяина клуба. Что, думаешь, откажешься? Нет. Ты же у нас добренький! Так я не буду с тобой в таком тоне разговаривать. А ты со мной вообще уже не разговариваешь! Мне надо уехать, Маша. У меня дела, Маша. Дверь не открывай, Маша. Что происходит, Денис? Да не из-за нее это! Она тут ни при чем! А из-за чего? Объясни тогда, из-за чего. Маш, я со всем этим сам разберусь, хорошо? Хорошо. Разберись, будь добр.
Ну чё, Дэн? Отличное место. И в центре, и нет никого. Я здесь раньше сторожем работал, прикинь. Чё хмурый такой? Давай быстрее. Да не парься, это мы все правильно делаем. Мы с тобой такой объем замутим, за неделю отработаешь. Выйдешь, как мама родила. Быстрее. Дэн, извини. Ничего личного. Привет, Денис. Видишь эту дверь, Денис? Сейчас ты в нее войдешь, а выйдешь лет через 7, если вообще выйдешь. Пошли в тюрьму, сынок. Пошли. Отсижу, выйду. Никто меня больше долбить не будет. В глаза мне смотри! Ты перед кем героя корчишь? В глаза я сказал! Бей, сука, ни хрена я тебе не скажу! Скажешь! Скажешь, еще в ногах у меня будешь валяться, чтобы я тебя дослушал до конца! Или я тебя Вернеру сдам, как стукача! Знаешь, что он с тобой сделает? Если ты сам себя не бережешь, почему я должен? Курить будешь? Послушай, сынок, только в этом месяце в городе умерло 60 человек от героина. 60 человек. Молодые люди, до 25. Дохнут в страданиях, гниют, не пожив. И это Вернер их, это ты их убил, ты убил! Я вам ничего не скажу. Везите куда хотите. Вести? Я тебя нахрен здесь убью! Мне 400, трахнуться 600. Пассажира, отстрочишь на заднем сиденье? Ты чё? Рот закрой. Ну, так как? Если будешь смотреть, 1000. Ты чё делаешь? Руку дай. Вены битые. Тут без гандонов нельзя. Денис, у тебя гандоны есть? Поехали. Сейчас парень тебе хорошо сделает, и поедем. Сделай. Поехали. Поехали! Иди. Он себе здесь на дозу зарабатывает. Они с 10 лет торчат, а в 15 подыхают. Сынок, ну не мразь же ты.
помоги мне. Отмойся. Меня не ищи. Будет нужно, сам тебя найду. Живи, работай, как раньше. Ешь, ешь. Сделай так, чтобы он тебе полностью доверял. Пока все. Денис, ты мне когда-нибудь врал? Нет. Я тебя не обманывала. Давай не будем начинать сейчас. Просто мы с Пулей подрались. И все? Все. Кто победил? Он. Я что-то не понимаю. Что значит не справляюсь? А тут другой человек нужен. У него лучше получится. То есть ты хочешь выйти, да? Ты уже принял решение. Я правильно тебя понимаю? Я поднял клуб. Я отработал. Мы договаривались. И ты хочешь выйти вот прямо сейчас? Вот прямо сейчас? Вот в эту самую секунду, да? А что с клубом будет? На кого ты его оставишь? На кого? Игорь, я не думал. Я не думал. Я не думал. Игорь, я не думал. На тебе люди, на тебе схемы. Я тебя из говна вытащил, а ты меня подставляешь. Приходишь сюда и блеешь. Игорь, извини. Но я отработал. У тебя проблемы какие-то есть? Давай сядем, порешаем твои проблемы. Майор приходил. При чем тут? Ну, а что ты? Что ты, как телочка с месячными приходишь? Ухожу, ухожу. Хочешь выйти? Выйдешь. Только на свежую голову.
Игорь, тебя. Да. Здорово, Хаджам. Ем. Угу. Да. Как договорились. Встречаемся. Хорошо. Давай, счастливо. Угу. Извини. И что? Да не, понимаешь, у меня личные проблемы с девушкой. Из-за работы. Из-за девки, что ли? Господи, Денис. Не-не-не-не. Ну, серьезно все с ней. Мы уже живем 2 года. Ну, если серьезно, какая разница, чем ты занимаешься? Нравится и не нравится. Если она действительно любит, то не уходит и не отпускает. Знаешь, настоящие бабы за мужиками на тюрьму идут. А если условия ставят, это уже не любовь. Твое здоровье. Ладно, все, я поехал. Нет. Поехал. Я тебя такого никуда не отпущу. Не-не-не-не-не. Все, оставайся, Тайка тебе постелит. Тайка! Игорь. Тай! Денис, ты не думай. Он так со всеми, кого любит. Он так же со мной. Thank you.
А еще наконечник троллейбуса на кольце. Точка. Я о ней не знал раньше. Вроде все. Я об этой точке знал полгода назад. Я же не знал. Как узнал, то сразу. Ты дурака не включай. Ты же знаешь, что мне нужно. Да я правда не знаю. Ничего больше. Я бы сказал. Работай. Работай, сынок, продавай. Ты должен стать его лучшим дилером. Мы должны взять его наверняка, чтобы быть уверенным, что он не соскочит. Лучше всего на встрече с поставщиками. Как-то и не праздновали вот так, чтобы с тортом, со свечами. С днем рождения. Привет, спасибо. Ну, вообще-то у меня все-таки день рождения, Игорь. Была у нас с сестрой традиция. В этот день спасибо. Мы садились вдвоем и праздновали. Но тут появился ты. Всех очаровал, влюбил в себя. Игорь, пожалуйста. Но я хочу выпить не за него, а за тебя. За тебя, сестренка. За твой чудесный возраст. За вас, чтобы у вас все было хорошо. С днем рождения. С днем рождения. Спасибо. А еще у нас с Игорем есть традиция. Я на день рождения могу у него попросить все, что угодно. И он мне всегда дарит, никогда не отказывает. Да, это правда. Однажды попросила морскую свинку. Ну, подарил ей свинку. Ну, а что, если бегемота попросила, бегемота бы подарил. На, подарок, открой. Игорь. Ну, открой, открой. 2 недели. Белый лайнер, круиз, Средиземное море, а? Игорь, я не хочу. Да я тебя и спрашивать не буду. Ну, а что ты здесь сидишь? Поезжайте вдвоем, отдохните. Просто когда-то я хотела морскую свинку, а сейчас я хочу другой подарок. И мы же с тобой договаривались, что я могу попросить все, что угодно. Пролетел лайнер. Принимаю заказы. Отпусти Дениса. Да вроде бы его никто не держит. Игорь, ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Отпусти его, пусть живет своей жизнью. В круиз поедешь? Нет. Да.
А ты думала, я до конца жизни буду смотреть, как ты себя хоронишь? Ноешь. Хотела новую жизнь? Вот тебе новая жизнь. Хотела мальчика? Вот мальчик. Как ты смеешь такое говорить? Как у тебя язык поворачивается это говорить? Это же ты во всем виноват. Это все из-за тебя. Да тебе удобнее так думать. Сколько лет прошло, а ты все равно цепляешься за старое, чтобы я чувствовал себя виноватым. Сволочь, скотина. Сядь, сука! Игорь, рот закрой! Не смей на него кричать, ублюдок! Ненавижу тебя! Убийца, ненавижу тебя! Успокой ее. Дэн, на пару слов. Вообще-то я занят. Да ладно, нам тоже как-то вечер надо планировать. Слушай, у тебя грамм 5 кокса не будет? Мы бы взяли бабки сразу. Иди, а. Да ладно, все и так знают, что ты банчишь. Вали, а то лицо сломаю. Ладно, все нормально. Они оба давят. Оба. Этот тоже. Торгуй, 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 торгуй. Ты не представляешь, я стольких человек на иглу посадил. И у Вернера я уже чуть ли не правая рука. Маша, я не знаю, что делать, не знаю.
не знаю, что мне делать. Ты здесь спал? Мне плевать на нее. Только не ври мне, пожалуйста, хорошо? Скажи. Скажи правду, ты с ней спал? Нет. Я уезжаю. Куда? В Москву. Ты едешь? Да все равно найдут. Ты Вернера не знаешь. Я не хочу знать, ты едешь? Пошла в купе. Я скоро приду. Хорошо. Послушайте, что? Идиот! Идиот! Ты понимаешь, что сделает Вернер с твоей барышней, когда он вас найдет? Он вас обязательно найдет! Ты любишь ее? Или она тебе похер? Понятно, ты в полном дерьме. А она-то здесь при чем? Езжай одна. Богатая девочка. Живи своей жизнью. Я передумал. Прости. Если я еще раз это увижу, я тебя выкину нахер отсюда, ты понял? Оля, ты не прав. Я не прав. Руки покажи. Руки покажи. Это что? Я не прав?
Я не прав! Сладкое забвение, да, Мига? Так пошел отсюда. Ты меня понял? Дэн, ты что, с ума сошел, а? У нас диджей ширяется чуть ли не за пультом. Да это его дело. Нет, это наше дело. Мы деньги теряем. Слушай, а куда тебе деньги, а? Шубу купишь белую, как у Роя Джонса. Бате мусорку новую. Будешь? Дэн, иди проспись. Сидишь все время. Я просто зашла. Ну а теперь просто уйди. Ясно? Отвали. Теперь плохо, да? Слушай, это мое дело. Личное. Плохо мне, хорошо. Тебя это не должно волновать. Надо работать. Сейчас, подожди. Давно хотел сказать. Вот я просыпаюсь ночью, да? И рыдаю, ёпта. Вот слезы градом. Не знаю, что это, а? Короче, спаси Поляну Казанову. Дэн Ваут, я пошел работать. Только никому. Да никому, конечно. Никому, понял? Только не надо мне на жалость давить, ладно? Это не прокатит. Братик, пожалуйста, по-человечески. Деньги давай. Хорошо. Завтра принесу. Завтра и получишь. Братик, все, что хочешь. Руки убрал? Братик, ну ты же видишь, плохо мне. Морит по-черному. Я тебя прошу. А раньше о чем думал? Братик, не могу, я уже понимаю, что... Ну, все, по-человечески. Вставай. Я прошу тебя, ну, пожалуйста, братик. Хорош, все, братик, вставай. Пожалуйста. Деньги будут, тогда братик, придешь. Пожалуйста. Деньги что будут, тогда придешь. Все, что хочешь. Деньги братик, будут? Спасибо. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Спасибо. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Держись. Держись, Буля. Его найдут. Не дам, суки, по земле ходить. Убью, сука. Убери его. Сгнали в гнездо, слышь, брата. Давай, вставай, 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 вставай. Ставим его у дороги, рядом с домом. Типа шпана порезала. Нельзя, чтобы его с нами связали. Машину проверь, чтобы крови не было. Хорошо. Денис, так надо.
Так нельзя. Так нельзя. Останови машину. Останови машину! Да все! Но он же друг мой! Друг! Мы его как собаку, так нельзя! Что ты орешь, а? Что мне надо было делать? Он сам этот путь выбрал. Да стой ты! В руки себя возьми! Денис! Да стой ты! Пусти! Пусти! Стой! Не держи в себе ты! Не держи! Плачь! Плачь! Плачь. Игорь сказал, что тебе плохо. Я подумала, просто, может быть, тебе нужна какая-то помощь. Я не люблю тебя. Я знаю. Можно я буду к тебе иногда приходить? Послушай, сынок. Я вам не сынок. Денис, я понимаю. Майор, а нам обязательно дружить? Вернер собирается встречаться с Хаджой. Где, когда? Светка, привет. Я вот в этом доме жил. Жига, вот это он, видишь, там второе окно? Вот там. А вот там дверь есть красная. Вон она. Там Людка жила. Вот такие сиськи, четвертый размер. Третий. Здрасте. Четвертый. Здрасте. Здорово, Игорек. Здорово, Хаджа. Салам. Рад тебя видеть. Как дела? Да нормально, как сам? Да все, слава богу. Все идет. Клуб работает. Ну давай, рад тебе был. Давай, удачи. Рад за тебя. Жек, давай вот там пройдем. Давай. Ну вот, а здесь у нас был штаб. Здесь мы играли в казаков-разбойников. Денис, отдай сумку. Здрасте, Игорь Николаевич. Ой, здравствуй, Игорек. Здравствуй, дорогой. Да ничего, хорошо. Здравствуйте. Олежек, как привет, мама? Привет. Ну что, спасибо, слава богу. Ой, ну и хорошо. До свидания. Ну вот, Денис, так и живем. Как-то так. Идите.
не надо. Ищите, ищите. Ищем, ищем. Нигде не сверяем плотно. Ищите! Дудайте. Ты у меня еще в жопе посмотри. Обязательно. Гоша, посмотри их. Растет, риск растет. Начинай перекрываться. Сколько барсиков у тебя? 5. Один стукач. По опыту говорю. Сам ничем не занимайся. Через твои руки ничего не должно проходить. Между собой и шестерками крота поставишь. Доверяешь ему? Да, он мой друг. Хорошо. Если что случится, на нем и закончится. Он тебя не сдаст. Дружба — хорошая страховка. Достал меня этот майор, скотина, блядь, бешеная. Может, у него машина взорвется? Случайно. Играть со мной вздумал? Хочешь и нашим, и вашим. Не боишься его? Ты не его. Ты меня бойся. Я страшнее. Мне кажется, они хотят вас убить. Так это замечательно. Это просто замечательно. Дэн, здорово. Как оно? Отлично выглядишь. Слушай, я тебя когда увидел, думал, все, палево, прикинь. Ты про меня, Майору, ничего не говорил? Молодец. Далеко пойдешь. Только начал уже какие-то свои игры, свой интерес. Ништяк. Какой интерес? Да ладно. Меня первый год вообще трясло не по-детски. Ты че? Там такие тремоны были. Я чуть с ума не сошел. Ночью проснешься в поту, думаешь, все, пипец, вычислили. Потом ничего, освоился, просек эту тему, привык. Даже плюсы свои нашел. В смысле? Дэн, живи не хочу. Наркота, девки, бабки, все твое, все. Но тебе, в отличие от них, за жопу никто не возьмет. Потому что ты типа за правое дело. Типа с правильными большими пацанами. Прикинь, Дэн, это круто. Слушай, а ты сволочь, птица. А ты чё, лучше? Много сдать тоже успел. Майор доволен?
церкви был. За пулю свечку поставил. За упаку. Этот гнида, это его кепка зовут. Короче, я узнал, где он живет. Сука, дома не ночует. Чем мы его найдем? Мы его убьем. Ты и я. Вернер этим занимается. Ни хрена, это наша. Пуля наш друг был. Мы же друзья. Да? Тая, что случилось, Тая? Тая, все. Тая, Игорь, я не стал звонить в скорую. Наверху. Здесь ты. Я! Пожалуйста! Нет! Нет! Пожалуйста! Все. Стой! Тихо. Все. Здесь реланиум. Если вдруг начнется, в колледж полтора куба. А что с ним? Давай потом. Спасибо тебе за тег. На, держи. Не волнуйся, я ваши отношения лезть не буду. В 14 лет ее взяли в заложницы. Конкуренты Верна. Они тогда район делили. 3 недели ее держали в подвале. Ну, что с ней там делали, сам понимаешь. Вернер не отступил, Таю отбил. Район подмял под себя. Конкурентов с тех пор никто не видел. Проблемы начались потом. Понимаешь, она теперь иногда просыпается, как бы в этом подвале. А что? Да нет. Ничего. Одевайся, поехали. Куда? Поехали. Одевайся, Денис. Сейчас. Игорь, что случилось? Тая, спи. Вот просто спи. Побыстрее можно? Игорь, куда ты его везешь? Никуда. Спи, Тая. Давай быстрее. Давай. Игорь! Игорь, ты можешь объяснить, куда мы идем? Нашли мы стукача. Денис. Пацаны с Новочеркасска узнали его. Он сам оттуда.
Пацаны, вы чё? А я же свой. Игорь, ты же меня знаешь, я свой. Я не при делах. Я по-взрослому, Игорь, ты чё? Чё, Игорь, блядь? Чё, Игорь? Вали его. Нет, Игорь, это не я! Я знаю, я все скажу! Игорь, это не я! Я знаю, я все скажу! Нет, Игорь! Ты зачем палил, идиот? Он же колоться начал! Хорош, Жига. Он крысу раздавил. Ты почему здесь? Тебя могли увидеть. Арестуйте меня. Я человека убил. Значит так, Денис. Не было никакого птицы. Не было. Понял меня? Я его убил. Я в тюрьму пойду. Никуда ты не пойдешь. Это Вернер тебя заставил. Если бы ты это... Не-не-не. Мне страшно стало. Я за себя. Вас бы обоих там грохнули бы. Слушай меня, сынок. Я очень хорошо понимаю, как тебя хреново. Но надо терпеть, терпеть. Потому что если ты сейчас сдашься, он победил. И вся работа на смарку. Да я устал, я не могу, я физически не могу. Можешь! Можешь и должен! Да мы же нелегко! Но надо сжать зубы, ждать и терпеть! Сынок, потерпи. Осталось немного. Главное, ты на правильной стороне. Я его убил. А ничего. Больше никто не узнает. Вот закончим. И все. Будешь свободен. Вот Хаджа, хороший человек. В детстве писался до 14 лет. Что ты кислый такой? Вадик, в машине останься, на двигателе не глуши. Здравствуй, Игорюк. Салон, Хаджи. Рад тебя видеть. Ну что, я проверил, поговорил с людьми, ты был прав насчет птицы. Стучал он. Без обид? Без обид, Хаджа. Ты же понимаешь. Крыса это. Игорюк. У нас все по-прежнему. У тебя все хорошо, да? Ну и слава богу. Дети как? Нормально, а дочка? Богатая невеста, не знаю, все кого.
Братик, я здесь не при делах. В натуре не при делах. Я все, что хочешь. Рот закрой, тварь. Братик, все, что хочешь. Все, что хочешь, братик. Пулю помнишь? Какую пулю? Друг мой, пуля. Не знаю, пуля. Все, что хочешь, братик. Все, что хочешь. Все, что хочешь, братик. Все, что хочешь. Я тебя казню, сука, за него. Все, что хочешь, братик. Знаешь, как ему было больно? Спасибо, братик. Так и тебе сейчас будет больно. Спасибо, братик. Пуля, друг мой. Спасибо, братик. Спасибо, братик. Пуля, друг мой. Домой не суйся. Кому звонить, знаешь. Заберешь деньги и лекарства. Я пока на дне отлежусь. Если со мной что произойдет, тайка на тебе. Да ладно, ерунды не говори. Понял ты? Понял. Понял? Да понял, понял. Все, иди. Иди, Денис, иди! Да. Иди, я здесь жду! Сынок, что происходит?
Посмотри на меня. Что не так? Все не так. Что все? Вы с ним счеты сводите. Да вы такой же. Смотри. Смотри, я сказал! Знаешь, как легко было, когда кололся? Выскочил. Что-нибудь продал из дома. Доз достал и обратно. И так было хорошо. Спокойно. И насрать на все. Я ведь ни хрена не помню. Полжизни не помню. Он ранен! Вот и все, сынок.
Yeah.